что моя дочь красавица и умница. Ольга. Оля, где ты? Вот, да. Вот они выходили, увидели, такая девушка. Вот и модель. Аплодисменты, прошу. Потом сразу, что я люблю. Она приходит ко мне и подносит электрическую игру. Вот. С кнопочками. Я был свидетелем свидания юноши с девушкой. В кафе на Арбате. Не свидание. Я пришел с юношей подчеркнул. У меня свидание с девушкой. Они сидят за столиком, юноша стоит ноутбук. Напротив, по диагонали сидит девушка. Они тоже стоят. Они переписываются в Твиттере. Не все засмеялись. Видимо, все тоже переписываются. Ну ладно, да. Вот. И вот она мне приносит и говорит, вот, пап говорит. Мне когда хорошее настроение, говорит, пап. Пап говорит. А вот тут написано, вот, знаете, книжка есть такая, «Метро 2033». Там война прошла, и все население Москвы живет в метро. И там каждая станция как отдельный город. И вот там человек пришел на какую-то станцию, там написано, там сидели люди с автоматами и пели старинную афганскую песню. Космевичу день идут его посвящать. Это заблюз спецназ. Забитый караван, ствол остывает, перегретый, лежит вокруг страна Афган, которой блин сплошное лето, а за холмом гудит броня. Забрать на базу результаты, и так все славно у меня, и целы все мои ребята. Вот история, в общем, несложная. Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. Сюжет был грустным и кино, Чечня. Глядеть не хочется, но надо. Зеленки возле Ведено, колонна наша из-за сада. Афган, да блин, наоборот, их пули на моем металле. Да спас дороги поворот. И результатом мы не стали. Вот история тоже несложная, их идея, да мой результат. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. На стойке офиса в пыли играет солнце отражение, и вентилятор шевелит бумажки лопастей движения. Я покурю и помолчу, и жизнь идет, и я не старый, и память снова подточу, а результат у Кандага, где история вышла несложная, где идея и был результат. Жаль, что мирная жизнь невозможная, невозможно в ней все просчитать. Жаль, что мирная жизнь слишком сложная, слишком сложно в ней все просчитать. Хлопай. Дымит забитый караван эмоций. Сюжет был грустный, кино. На стойке офиса в пыли.